Добрый вечер, дорогие друзья, или добрый день. Сегодня мы с вами проводим очередную лекцию в цикле музыкальной гармонии. Скажу сразу, повторю, что у нас нет задачи, мы не ставим такую цель, чтобы показать вам какие-то конкретные приемы, какие-то конкретные аккорды, которые вы сможете отдельно использовать в своих гармониях или какое-то методическое пособие для того, чтобы вы научились правильно снимать, видеть эти аккорды. Основная наша цель, чтобы вы смогли понять, что все разнообразие гармонических приемов, все подчинено одним общим единым законам, и вся гармония, независимо от того, в какой тональности она существует, вся подчиняется единым правилам. И сегодня мы поговорим про минорный аккорд, как важную составляющую, как аккорд, который выражает две важнейших функции. Я вам немножко уже говорил, что джазмены не делят минорные аккорды на малый минорный аккорд, на большой минорный аккорд. Они называют любой аккорд минорным. Если он минорный, значит, они понимают, о чем идет речь и что с ним нужно делать, что с ним можно делать. Итак, давайте вспомним, что минорные аккорды на ступенях мажорной гаммы, натурального мажора, у нас находятся на шестой ступени и на второй ступени. Шестая ступень — это у нас минорная тоника, а вторая ступень — это субдоминант этой тоники, либо субдоминанта второй ступени для мажорной тоники. Вот субдоминанта, который разрешается в тонику через доминанту. Или вот субдоминант второй ступени через мажорную доминанту разрешается в мажорную тонику. Соответственно, основные лады, которые составляют эти функции, составляют эти аккорды, мы с вами тоже о них говорили, это натуральный минор для шестой ступени и дорийский лад для второй ступени. Отличаются эти два лада только шестой ступени. В натуральном миноре шестая ступень, вот она, низкая, минус шестая, а в дорийском ладу шестая ступень высокая. Но сейчас настало время опять вспомнить про лидийскую концепцию Рассела. Вообще лидийская концепция Рассела — это такой очень серьезный труд, он сложный, он отвечает на какие-то вопросы, он дает какие-то конкретные практические рекомендации. Если у вас есть время, желание и навыки, и компетенции, то вы можете ее разобрать. Но основной принцип очень простой. Совершенный лад имеет определенную ноту. В мажоре это высокая четвертая ступень. В мажоре высокая четвертая. Но эта же нота в тоническом минорном ладу будет шестая высокая. Поэтому при обыгрывании минорной тоники часто используется не натуральный минор с шестой низкой ступенью, а лад дорийский с шестой высокой ступенью. То есть этот лад, дорийский лад, он тоже является более совершенным, и при обыгрывании минорной тоники, при использовании этого лада, есть возможность более широко, более свободно использовать ступени этого лада для того, чтобы разнообразить аккорд. Вот в начале урока я начал вот такую вот гармоническую композицию, исполняя различные аккорды, и может показаться, что я играю какие-то разные аккорды, разные функции, и человек, который не понимает, что происходит, будет мучительно снимать. Этот аккорд он назовет фа с басом до, этот ми бемоль с басом до, этот соль минор с басом до. Вот этого делать ничего не надо. Происходит простая вещь. Я просто обыгрываю минорную тонику на основе дорийского лада, дорийской гаммы. Давайте посмотрим в до миноре, как это выглядит. Вот это вот натуральный минор. Вот шестая низкая ступень. Первая, вторая, минус третья, четвертая, пятая, минус шестая, минус седьмая, восьмая, девятая. Вот дорийская гамма. Вот шестая высокая ступень, минус седьмая, восьмая, первая. Вот минор
его параллельный мажор ми-бемоль. В ми-бемоле, как известно, три бемоля. Вот она, ля-бемоль. Если этот лад лидийский, если лидийская концепция работает, то совершенный лад лидийский будет вот такой. Вот откуда взялась нота ля. В аккорде до минор. Исполняя самые разные трезвучия по ступеням этого лада, трезвучия в чистом виде или в их обращениях, мы тем самым выражаем эту функцию. Очень часто, особенно в музыке фанк, этот прием используется. Вот. И это важно понимать, потому что именно по этому же принципу и строится импровизация. Это я просто обыгрываю теперь септаккорды, которые строятся по ступеням этого лада. Когда мы говорили про мажорную тонику, я вам рассказывал, что все джазмены в коде произведения, если произведение заканчивается на мажорном аккорде, на мажорной тонике, обязательно в мелодии или в самом аккорде добавляют четвертую высокую ступень. Доминанта. Как бы идеально, совершенно заканчивая лад. После этого уже разрешений никаких дальнейших быть не может. Вот если заканчивается произведение на минорной тонике, альтерированный доминант, да, надо в аккорд обязательно ставить шестую ступень, и он тоже будет закончен. То есть присутствие 11 плюс 11 ступени в мажорном аккорде и наличие шестой высокой ступени в минорном аккорде как раз и характеризует джаз. Вот, недаром я всем рекомендую для начала занятий импровизацией, вообще джазовой импровизацией, обращаться непосредственно к Джиму Аберсольду, к такому, я считаю, великому человеку, который всю свою жизнь потратил для того, чтобы создать хорошие методические пособия для импровизаторов. Он собирал в студии квалифицированных джазовых музыкантов, которые делали минус, то есть играли живым ансамблем какие-то произведения, таким образом, чтобы оставить пространство для солиста. Для солиста, для молодого человека, для студента, для будущего импровизатора, чтобы, играя в сопровождении больших серьезных музыкантов, как бы впитывая их эстетику, их ритмику, их манеру, быстрее развиваться как импровизатор. Так вот, мне долгое время было удивительно, почему Джим Аберсольд свои первые уроки начал именно с обыгрывания минорных аккордов и именно дарийской гаммы, потому что в этом принципе, вот в этом примере заложены основные принципы как бы вообще джазовой импровизации, вообще понимания гармонии. Если мы не знаем лад, если мы воспринимаем аккорд как что-то законченное, а не понимаем его как часть большого лада, а лад — это часть функции, тогда нам будет очень сложно в дальнейшем правильно и хорошо интерпретировать музыку, понимать ее и по ней импровизировать. И именно с дарийских ладов у Джима Аберсольда начались занятия импровизации. Вот. Тем более это нужно знать, потому что очень много музыки, я уже говорил, музыки фанк, модального джаза, построено именно на обыгрывании минорного тонического аккорда с использованием дарийского лада, дарийской гаммы. Это первое. А второе, мы говорили про два минорных аккорда. Мало-минорный септаккорд. Этим аккордом обыгрывается минорная тоника и субдоминанта второй ступени.
А строится он просто первая минус третья, пятая минус седьмая ступень. Но очень часто для придания определенной краски минус седьмая ступень заменяется на ступень седьмую. То есть и возникает новый септаккорд, который называется большим минорным. Минорным, потому что в основе минорное трезвучие, к которому добавляется большая септима. Этот аккорд, как я уже говорил, не является самостоятельным, он не выражает никакую отдельную функцию. Он также выражает функцию тонического аккорда, так же, как и малый минорный септаккорд. И джазмены-импровизаторы это знают, и поэтому поэтому в мелодической импровизации или выстраивании каких-то гармонических схем они могут легко очень оперировать и седьмой ступенью, высокой седьмой низкой ступенью, шестой ступенью высокой. Шестую низкую редко используют, потому что она все-таки уже вносит характер какого-то гармонического движения в следующую функцию. И вы все это должны знать. Тем более, что этот аккорд красивый, он часто используется. Ну, вспомните, например, песню Стинга. Вот у него на изменение этих ступеней построена вся песня. Проблеми. Вот седьмая высокая. Вот шестая высокая. Вот седьмая низкая. И опять шестая. Звучит один аккорд. Если бы Стинг просто бы играл какой-нибудь аккорд, и ничего бы не происходило, согласитесь, смысла бы в этой песне не было. А наличие этих измененных ступеней уже создает богатую гармоническую структуру. А я вам напомню, что в музыке гармония является первичным компонентом. Даже если какое-то произведение написано с использованием небольшого количества аккордов, ну, возьмем там Майлз Дэвис, какие-то его записи 60-х годов, модальный джаз, все равно в основе лежит лад. Лад определяет аккорд, функцию, мелодическую ладовую концепцию, внутри которого музыкант уже развивает какие-то мелодические линии. То есть все равно гармония первична, даже если она очень простая. Вот на сегодня мы закончим наш урок. Я вам рассказал все, что знал о минорном аккорде. Спасибо.